Дорогие друзья, братья и сестры, странные двоякие чувства. С одной стороны, скорбь, разлуки, печаль, даже горе, мы можем так сказать. С другой стороны, в жизни нашего брата Виктора исполнилось то, ради чего он родился, ради чего он жил, что было смыслом его жизни, целью его жизни, делом его жизни. Не так ли, братья и сестры? И это исполнилось. То в этом случае, конечно, мы радуемся и благодарим Бога за ту чудесную надежду и то упование, которое Он нам дает во Христе Иисусе. И поэтому, друзья, сегодня мы будем совершать это служение. Написано, что блаженнее ходить в дом плача об умершем, потому что живой приложит это к сердцу своему. Так вот, уважаемые живые, братья, сестры, родственники, пожалуйста, приложите что-то сегодня к своему сердцу. Положите в свое сердце, возьмите что-то для себя. И отсюда, когда вы уйдете, пожалуйста, пожалуйста, станьте еще чуть-чуть ближе к Богу. Станьте еще чуть-чуть более серьезными в своем отношении к своей душе и к тому, ради чего мы живем. А сейчас мы, друзья, попросим Божьего благословения и помолимся. Давайте встанем для молитвы. Дорогой наш Отец Небесный, приходим к Тебе и благодарим Тебя, наш добрый пастырь, что Ты положил душу свою за нас, за детей своих, за овечек своих, за паству свою. Благодарим Тебя сердечно за то, что в этот вечер скорби и печали для нас сияет свет Твоего славного воскресения, Твоей победы. Ты победил смерть. Ты воскрес из мертвых, Ты смертью смерть попрал, и Ты даешь всем верующим Тебя эту же надежду на воскресение. Слава Тебе, Господи! Благодарим Тебя сердечно за брата Виктора. Благодарим за то, что Ты дал ему возможность прийти к Тебе, принять Тебя, верить в Тебя, жить для Тебя. Слава Тебе, Господи! Благодарим Тебя за то, что и когда он уходил с Тобой и с верой в сердце. И это ободряет нас и утешает нас. Господи, а нам, живущим, сегодня помоги снова и снова задумываться о своей жизни, о том, как мы ходим перед Тобой, о том, как мы служим Тебе, о том, как мы идем путем освящения. Господи, говори, пожалуйста, на этом служении сегодня к нам, к нашим сердцам. И меняй нас, преображай нас. Благослови и утешь, пожалуйста, родных и близких. Ободри их. Ты обещал дать Духа Утешителя. И, пожалуйста, благослови и Духом Своим Святым утешь сердца, утешь своим божественным, добрым отцовским утешением. Пожалуйста, обними каждого. Пожалуйста, согрей теплом Твоей любви и ободри, чтобы можно было идти дальше за Тобою. С верой и с упованием. Пожалуйста, благослови это служение, благослови тех, кто будет участвовать в нем, проповедь Слова Твоего, когда мы будем петь для славы Твоей. Боже милосердный, Тебе да будет слава и в этом собрании, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Друзья, все вместе споем из сборника «Песнь возрождения». Номер 618. Наша жизнь коротка, словно птицы полет.
Присаживайтесь, друзья. Сегодня у нас вечер памяти брата Виктора Кузнецова. И, друзья, у всех у вас, у кого есть желание поучаствовать в этом вечере, сказать какие-то добрые слова, воспоминания, что-то сказать какое-то свидетельство, будет такая возможность. Поэтому, если у вас такое желание будет, или спеть, или рассказать стихотворение, пожалуйста, подходите вот сюда ко мне и дайте знать о том, что вы хотите поучаствовать. А сейчас, друзья, у нас самое время послушать Слово Божье. Я приглашаю сюда брата Виктора. Пожалуйста, брат Виктор. Приветствую, братья и сестры. Ну вот, тоже Виктор. Извиняюсь, что сегодня будем плакать, наверное. Так получилось, что в семье Твердохлебовых было три Виктора. Ну, у него родственников нету здесь, вот таких близких. Все как бы в семье. Твердохлебых брат у него, там в Чимкенте остался еще, ну, такой больной, мама умерла. И вот он рос, когда женился, вот так вот у нас вместе были. Характер, конечно, у него был такой добрый. Любил все делать хорошо. Даже иногда вот думаешь... щепетильно так вот выводил все, время брал, но даже как-то мы удивлялись, ну как столько нужно терпения, чтобы там что-то делать. Ну так вот такой характер был у него. Я старший зять у них, в себе Твердохлебовых, он второй шел, но теперь обогнал. Когда мы узнали о том, что вот это случилось, диагноз такой поставили, ну, как-то мы, как могли, утешали вас. Ну, всегда вспоминается что-то. Вот там тот болел, выздоровел, там что-то пили, какие-то лекарства, звонили туда-сюда, чтобы, ну... какая-то надежда. Надежда на то, что что-то поможет, что-то облегчит его от страдания. Как-то старались и вас утешить, но где-то так понимали, что, ну, врачи, когда что-то выносят, они тоже уже, наверное, из опыта знают, что это тяжело, тяжелая болезнь, и не всем Господь продлевает жизнь, как бывает. Но то, что меня удивляло, ну, он принял все как от Господа, да. Принял как от Господа. Конечно, страдания, они всегда человека тяжело это все переносить, боли. Мы видели, как на глазах вот он тает. Но всегда, когда приходили, он всегда был готов говорить, если он мог говорить, и
всегда в нем было вот это желание поделиться вот жизнью, поделиться тем, что он страдает, и всегда имел надежду на то, что Господь с ним. Всегда обращался к Господу. Я хочу вам прочитать, братья и сестры, вот и вам, дорогие, вот, Люба, дети. Я всегда говорил, когда мы приходили, говорю, мы жалкие утешители, мы не можем вас утешить. Утешайтесь, Господи. Вот апостол Павел Фессалоникийцам пишет такие слова. «Не хочу же оставить вас», это 4 глава, «не хочу вас оставить, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшие в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретены Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем мы так. Утешайте друг друга сими словами». Это самая великая надежда и упование, которое мы можем сегодня иметь, что вот в мире люди не имеют этой надежды, они, теряя близких, расставаясь с близкими. Конечно, это очень горькая такая для утраты. Это мы тоже сегодня плачем, тоже вот так вот мы устроены, что как-то нас вроде держит это все земное, родственное, но есть большее. Вот апостол Павел, в его время тоже умирали люди, и он видел вот эту скорбь и плач, и все, и он говорит, как, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. И он дает нам упование и надежду на взирать на Господа, на то, что Он воскрес, и мы верим, что мы когда-то также умрем, или Господь придет раньше, мы встретимся с теми, кто здесь веровал. Пусть Господь вас, дети, Люба, родственники все, Господь утешит нас вот этими словами, которые мы читаем из Священного Писания. Аминь. Пышные похороны в одном городе, похоронная процессия, много машин, много венков, много людей. Известный в городе человек, которого хоронят. Стоят два прохожих на тротуаре, один другому говорит: «Да, хорошо провели». А второй ему отвечает: «Хорошо, но только вот как встретят». Друзья, очень важный вопрос для нас, живых. Как нас встретят, как тебя встретят, друг мой? И кто тебя там встретит? Это очень важный вопрос. Этот вопрос решается сегодня, здесь, на земле. Если ты верил в Господа, когда побивали камнями Стефана, он увидел небо отверстое и Иисуса стоящего. Библия нам показывает Иисуса, который сидит одесную Отца. Сидит и там сидит, и в том месте сидит, а здесь он почему-то встал. И я думаю, он встал, чтобы встретить Стефана, который вот-вот-вот должен перейти к нему, чтобы встретить, протянуть ему руку и сказать: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина своего». Друзья мои, хорошее время подумать о этих вещах именно сегодня. А сейчас мы снова встанем и все вместе споем «Мы у берега земного». 491 номер песни в сборнике «Песнь возрождения» «Мы у берега земного». А после этого поучаствуют родственники, скажут свидетельства. Давайте встанем, братья.
Присаживайтесь, друзья, пожалуйста. Сейчас я приглашаю сюда к микрофону брата Валерия. Он сын Виктора, и у них, как от всех родственников, он хочет что-то сказать и рассказать нам о папе своем. И также, может быть, вдруг кто-то не знает, он, наверное, нас познакомит вот с семьей Виктора. Пожалуйста, Валерий. Всем добрый вечер. Меня зовут Валерий Кузнецов. Я старший сын Виктора Кузнецова. Кто у нас есть, если меня не знает. Мы здесь, в этой церкви, выросли. Это моя жена и дети Оля, Карина и Полина. И у нас младший сын есть. Мы живем во Флориде уже 3 года. Вот мой младший брат Максим. Он наш самый младший. Мама Люба, вы ее все знаете. Моя сестра Настя, Эдик Ёшний муж. И Таня и Максим Гладыш тоже здесь живут. Я хочу просто кратко от нашей семьи. Мы составили немножко, не хочу, чтобы это звучало формально, наверное, будет звучать формально, что я извиняюсь. Будет краткая биография о нашем отце, о моем папе. А потом я хочу что-нибудь просто от себя сказать. Наш отец Виктор Кузнецов был рожден 21 декабря 1964 года в Казахстане, в городе Шымкент. В 1987 году он познакомился с нашей мамой Любовью Кузнецовой. 12 июня 1988 года они поженились, и, живя в Казахстане, у них родилось 2 детей, это был я и моя сестра Настя. 16 апреля 1999 года они переехали в Америку, где у них родилось еще 2 детей, Таня и Максим. За их 35 лет совместной жизни у них родилось 4 детей и 7 внуков. Как и многие иммигранты в Америке, он старался устроить и улучшить наши обстоятельства в новой стране. Несмотря на то, что он 18 лет работал тракистом, он всегда стремился домой с большим желанием, чтобы обнять его любимую жену, нашу маму, нас, детей и внуков. Он всегда с любовью и без усталости всегда заботился о нас, и даже когда он себя чувствовал уже плохо, он все равно продолжал трудиться и зарабатывать на жизнь. 22 июня, когда он оказался в больнице с признаками камней в почках, но после обследования получил диагноз рак 4-й стадии. И с этого времени начались тяжелые и долгие дни для него и для нашей семьи. И через 4 месяца на его 58-м году жизни, 19 октября в 6 часов утра, тихо и спокойно Господь его забрал домой. А перед тем, как я забуду, хочу всем просто сказать, что мы очень благодарны всем тем, кто посещал его, кто молился, помогал физически, духовно и материально. Пусть Бог воздаст вам, каждому из вас, и благословит вас. Я хочу за себя просто сказать, за мою семью, что, к сожалению, мы очень далеко живем, и после того, как получил диагноз, мы сразу же приехали, пока он был в госпитале, и мы его видели буквально 3 раза с того времени, когда он заболел. Сначала это казалось жутко, было страшно, не верилось, как будто бы не может такого быть, что
что мой отец может иметь такую болезнь, когда он никогда не болел сильно. А потом второй раз мы приехали и уже видели, как он похудел, как он истощал, и начиналась реальность уже включаться. И уже тогда мы его привезли домой, и у меня была привилегия его прогулять на улице и последний раз. Третий раз мы приехали. Он уже почти что не ходил. Я с ним долго сидел, с ним разговаривал. Хочу сказать, то те, кто не знали моего отца, может быть, и знали, просто я, как его ж не старший сын, скажу, что он никогда не был сверхдуховным человеком. Он рос без отца, рос с матерью, и у него не было такого примера. И со мной он тоже никогда не говорил о таких духовных темах. Ну, пришло время, когда я встретил Бога сам, и у меня было личное с ним отношение, я спасен. И я с отцом раньше много об этом говорил. И он как бы не очень хотел это со мной об этом говорить. Но когда он уже заболел, я ему сказал: пап, у меня нету никакого плюса и минуса, если ты меня выслушаешь или нет. Я говорю, если это правда так, что ты так болеешь, я просто хочу быть уверенным, что я тебя увижу опять. И я хочу посвидетельствовать, что он принял Христа, что он был спасен, что он доверил, положил свою веру в законченную работу Христа Иисуса, что он омыт кровью его. Я благодарен Богу за эту кровь, то, что он спас и меня, и его, и всех тех, кто в него верит. Насчет того, что дядя Витя сказал, что он был щепетильный, это правда. Я сегодня стоял, смотрел в егошнем доме, в нашем доме, где мы выросли, какую он детальную работу делал, и это перенеслось мне. Это может быть даже не хваст, а бывает негативно, что это все занимает так долго. Что бы ни делал, что он или я, чуть ли не в два раза больше занимает. Но я теперь смотрю, я горжусь им, что это заметили другие. Я надеюсь, во мне это когда-то кто-то заметит. Хочу сказать, что памяти моей о моем отце. У меня нету таких там счастливых, таких прям памяти, где отец меня там подкидывал или что-то, как в фильмах показывают, или как в сказках. Все мои памяти – это где папа сам работает надо. Извиняюсь. Надо трудиться. Этому он меня научил. Если кто его знает, он всегда, правда, он никогда не хотел никого обидеть специально, никогда никого не обижал. Если с ним говоришь, у него всегда было полное внимание на то, что ты с ним говоришь, никогда не оглядывался, не игнорировал никого. И меня учил всегда: смотри в глаза. Если кто-то когда-либо был мужчиной, это был мужчина. Я горжусь этим, что сейчас мало мужчин. Многие просто качества теряются. Я рад, что он вложил это в меня. Я надеюсь, я моему брату младшему это перенесу, как могу. Много чего сказать, я не хочу занимать сильно много времени от всех, но он был хорошим мужчиной, он был хороший отец и хороший муж.
Я до сих пор помню, папа приезжал с рейса на траке. Всегда его встречали, всегда ждали. Он всегда приезжал сразу к маме. Всегда хвалил маму, всегда показывал, как он ее любит, не стеснялся никого. Показывал, как он нас любил. Даже когда подростками были, я помню, я стеснялся. Говорю, папа, хватит меня обнимать. А он это делал. Спасибо, что выслушали. Если еще что вспомню, еще завтра скажу. А сейчас пускай Максим скажет, и потом пойдет уже по ряду Настя. Если Таня хочет, то хочет, скажет. А после этого уже из всех вас, если у кого-то есть что сказать, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Конечно, трудно еще что добавить, к чему Валера сказал. Но я поддержу все, о чем он говорил, это очень правда. Он всех нас очень сильно любил, был очень хорошим мужиком всегда. Тоже вот с рейса приезжает всегда ко мне, к маме. Я еще дома с мамой живу. Всегда нас любил, всегда нас обнимал, целовал. И вот он когда заболел, я тоже помогал вот маме ухаживать за ним. Было очень трудно, и сестры приезжали, и вот Валера приезжала еще с Флориды. Вот с каждым днем было слабже и слабже и слабже, и вот медленно вот кушать переставал, и вот ходить меньше начинал. Ну вот я рад, что хотя бы вот до этой степени, в которой вот я вырос, он меня вот воспитал хорошо, передал все свои вот свой характер мне, и к чему не успел меня научить, может, Валера мне передаст, и вот сестры научат ко мне. Но я рад, что научил очень много к чему. И я могу вот сердечно сказать, что папа прожил очень полноценную жизнь, он все успел сделать. Конечно, не будет его хватать нам, но главное, что он все поиспытал, что хотел. Нам дом весь перестроил, все нам сделал. Вот я очень рад, что он с нами был до этой степени. Спасибо. Смотря на вот эти все цветы, я напоминается, что папа всегда приезжал с работы и всегда маме дарил цветы. Мне кажется, что мы никогда не забудем, всегда маме будем приезжать дарить цветы. Три самые главные даты, которые нам, по-моему, навсегда запомнятся. 22 июня, 10 августа и теперь 19 октября. 22 июня мне мама позвонила, что папе очень сильно плохо стало. Я ей сказала, чтобы она звонила в скорую помощь, чтобы его сразу повезли. Я буквально через пару секунд подъехала к маме, чтобы маму повезти туда тоже. На папином лице сильно было видно, что он уже знал, что он уже чувствовал, что что-то не так. Когда сделали обсмотр, сказали, что всего лишь камни в почках. Но я настояла, говорю, надо сделать CAT-скан, посмотреть, какого размера. Они сделали, и потом нас мучили всю ночь. Я очень рада, что мы с мамой смогли провести этот день. Мы с папой смеялись и радовались. Перед тем, как нам пришли, сказали ночью, идите домой, поспите пару часов, мы вам позвоним, потому что папа будет поднимать наверх. Когда они позвонили утром, папа позвонил маме и сказал, что он в онкологии лежит. Мы с тобой уже сразу собрались и поехали. Доктор заходит в комнату и говорит, что у него рак. Я думаю, мне самое больное, это пришлось
перенести, потому что мне надо было и маме переводить, и самой как-то это принять. Когда начались процедуры, папа отказывался. Не надо, зачем, зачем? Что он уже, кажется, чувствовал, что это уже все. Прошел радиацию, у него все равно боли были. Потом сделали один раунд of chemo. Он очень трудно это перенес. Мы все равно пытались, чтобы он дальше пытался делать процедуры. Но доктора сказали, что все, больше шансов нету. 10 августа они его послали домой на хоспис. Мы всегда с папой разговаривали, он в душе был готов. Он нас очень сильно много наставлял всему. Каждый день, когда к нему приезжали, он нам очень много всего говорил на будущее, как за мамой ухаживать. Он сильно переживал, что маме будет очень трудно. У нас очень много есть радостных воспоминаний про папу. Он очень любил всех нас отдельно. Всегда говорил он, как он нас любит. Обнимал очень долго, как Валера сказал, что, может быть, неприятно было, что так долго. Но теперь охота, чтобы он еще один раз, последний раз нас обнял. Мы его никогда не забудем. Будет всегда у нас в уме. Мы знаем, что он теперь в лучших руках у Бога. Спасибо всем, кто приходил, помогал маме. Очень благодарим всех. Спасибо. Здравствуйте всем. Спасибо, что все пришли. Конечно, многие уже все сказали, чего. И Валера сказала, и Максим, и Настя. И чего еще там можно сказать? Конечно, он сильно нас любил. Всегда приезжал, обнимал, целовал, цветы дарил. А когда папы нету, всегда на звонке. Мама только на звонке, только с папой разговаривает. Посмотришь на него, она всегда на телефоне с папой. Такие много воспоминаний про папу есть. Как и можно и сказать, что... Может, и мама может говорить, что она тоже нам сказки читала очень часто. Мы всегда только есть воспоминания, как папа нам читал. Еще маленький Макс может вспомнить, как мы, Настя с Валерой уже женились. Мы еще с Максом были дома, еще жили с мамой, с папой. Всегда видели, как они очень показывали любовь друг к другу. Не забывал всегда приезжать, рассказывать, что он увидел, что он сфотал. Еще можно рассказать. Он всегда любил все что-нибудь починить дома. Главное, ай, давай лучше не в ресторан, может, что-нибудь починим дома, там подвал или зал надо сделать. Всегда приезжал домой, всегда ожидал, чтобы мама много-много наварит еды, и все будет кушать. Аппетит был хороший. Он очень любил, когда у нас мы с Максом женились. Он говорил, что все будет хорошо, что у вас дети будут. Еще вот только вот под конец, вот 3 дня назад, как он ушел от нас, он еле-еле разговаривал. Вообще я не знала, что если я поймаю что-нибудь, я хотела сохранить себе, может быть, пару слов папиных. Но я уже знала, может, я не поймаю. Но я сидела с ним в тишине. Он что-то в другую сторону лег и лежит. А потом я включила на телефоне запись. И он что-то повернулся и говорит: «Танечка, моя любимая доча, какая ты у меня красивая пуговка». Я уже не думала, что он даже столько сможет сказать. Еще и повернуться, еще и обнять. Мне захотело, я его обняла так сильно. Начал еще в щеку целовать меня.
не ждала от этого от него. И это все, наверное, в среду я еще самая последняя была, которая уезжала от мамы из дома. Последний раз хотела подойти и спрощаюсь ему, говорю, еще завтра увидимся. А потом мама звонит в 6:30, говорит, что приезжай. Мы вскочили все, и Максим, и Этик с работы сразу отпросились, чтобы с детьми посидеть. А мы уже там были. Самые последние часы с папой провели, пока его не забрали. Так что спасибо еще раз, что время уделили нам. Если еще кто-нибудь хочет подойти и сказать что-нибудь, можете подходить. Мне очень не нравится слово «теща». Ну, это только потому, что этот мир наложил на него особый отпечаток. Но апостол Петр, это подчеркивается в Библии, он жил со своей тещей в одном доме. И я думаю, жил достаточно неплохо. И я хочу, чтобы сейчас Раиса Филипповна поучаствовала в этом служении. Пожалуйста. Братья и сестры, мы очень благодарны всем, кто пришел разделить с нами всю эту печаль, все эти скорби. Конечно, Господь только скорбями Он нас и приближает к Себе. Если бы у нас не было скорбей, где мы были бы, неизвестно. Вот в Слове Божьем написано «Жизнь для меня Христос». А смерть – приобретение. Я хочу рассказать стих, который написал Березов. «Приобретение. Нас ждет отрада впереди. Хоть наша жизнь, как свечка, тает. Смерть – это мать, что на груди». Дитя уснувшее ласкает. Наш труд земной плодовый сад. Господня безмерная милость. Смерть – это розовый закат, чтоб поскорее ночь спустилась. Жизнь – роза, расцвела, потом – покрасовавшись, облетела. Прощай, наш ветхий тленный дом, закончено земное дело. Смерть не потеря из потерь, ни скорбь, ни слезы, ни смятенье. Господь в свой дом откроет дверь и будет нам приобретение. Смерть верующим не страшна, как пропасти не страшны птицы. Нас ждет небесная страна, гласят библейские страницы. Аминь. Я хотела сказать за Виктора. Это очень добрый был человек, трудолюбивый. Если он что брался делать, он его доделывал до конца. И всегда, когда приезжал с рейса, он приезжал всегда с цветами. Это у него был как бы праздник, когда он приезжал. Он готовил сам, приглашал всех детей своих. И нас также с отцом он всегда приглашал. Мы приходили в ихний дом, как к себе домой. Я очень благодарна ему за это. Так что детки его должны взять пример с него и подражать отцу своему, быть такими же примерными для окружающих людей. Большое всем
благодарность за присутствие. И называл вас Виктор словом «мама». Мама. Слава Богу. Хорошо, друзья, сейчас мы опять споем. Вот как раз Раиса Филипповна рассказала стихотворение о той стране, о той надежде. «Из долинам сияет страна». 509 номер сборники «Песнь Возрождения». Мы споем, а после этого брат Валерий, пожалуйста, поучаствует словом. Присаживаемся, друзья. Брат Валерий, пожалуйста. Я всех приветствую. Вы знаете, мне очень тяжело, да, тоже. Я вот сегодня увидел Люба, подавленный вид. Люба, держись. Знаешь, Господь с нами, Он тебя не оставит, это точно. И он об этом молился. И это моя двоюродная сестра, может, кто-то не знает. И они были мне как родные, потому что у нас мама умерла, нам было от 5 до 9 лет, 3 мальчика остались. И мы часто бывали вот у дяди дома, и у нас не было сестер, и вот Люба, Ира, это были такие близкие сестры, которыми мы росли. Да. И вот всегда я... Витю вот помню со свадьбы, они нас приглашали, мы с супругой приезжали. Вот, она сегодня не пришла, потому что немножко болеет. Вот, и с Витей мы были всегда в очень хороших отношениях, очень. Никогда никаких проблем. Вот сегодня я посмотрел, знаете, на его улыбку, и она успокаивает. Знаете, вот как будто он смотрит на тебя и говорит: у меня все нормально. Вы знаете, действительно, здесь бывали в гостях, и вот когда были свадьбы, они всегда просили что-то сказать. Вот, и сегодня вот я тоже говорю. Вы знаете, есть много что сказать, конечно. А Вите я знал и маму их, мы с супругой часто заходили к ним там в Чимкенте, к ней. Это очень такой замечательный человек. Брата я знал, тоже так вот хорошо мы с ним общались, то есть всех, я как бы, мне много есть, как бы, ну, что рассказать, но я немножко буду как-то немножко кратким.
Вот, и сразу я, знаете, хочу немножко начать вот с места Священного Писания, которое записано, это 89-й Псалом, 10 стих. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Дней лет наших, а здесь вот 70. Он не дожил до 60. Действительно, прожил мало. Вот. Но есть люди поменьше еще живут. Вот наша мама умерла, ей не было еще 50, 47 было. Вот. И, конечно, это очень плохо. Ну вот я хочу здесь сказать, что есть такое место Священного Писания, что вот самая лучшая пора их – труд и болезнь. Труд и болезнь. Вот как мы понимаем да, это место Священного Писания? Знаете, вот я много видел христиан, которые начинают трудиться. Они на Ниве Божией как-то, знаете, кто-то проповедью, кто-то еще. Ну, вот такие служения, которые близко, которые, знаете, соприкосновение с Богом, с людьми, с Божьим народом. И вот этот труд, знаете, он дает человеку духовный рост, потому что Господь подтягивает, Он показывает, говорит, ты еще не такой вот, и Он где-то обличает, такие состояния вводит человека, и человек растет, и это действительно очень хорошая пора, труд. А что такое, допустим, вот болезнь, да, болезнь – лучшая пора. Вот когда человек болеет, у него, знаете, вот есть два выхода. Есть, знаете, надежда выздороветь, вот, и есть, знаете, угроза умереть. Знаете, я вот с Виктором говорил, он еще ехал в машине, последний рейс, и у нас строились планы, что они к нам придут, потом он говорит, я, говорит, там баню усовершенствовал. Были планы, и потом я смотрю, он попал в больницу, и, конечно, мы посетили, пришли, увидели его. Вот, я как служитель где-то молился, положил руки на него, знаете, я хотел, чтобы он выздоровел. Потому что я имею такое рукоположение пресвитерское, имею право делать, и я хотел, чтобы он выздоровел. Я молился. Мы молились, мама молилась, вот, молилась. Я знаю, что и братья молились тоже, приезжали, да, вот. И мы хотели, да, чтобы он выздоровел. Знаете, вот что в этот момент, когда идет болезнь, я уже чуть позже приехал и увидел, что ну, действительно нет улучшений, как-то вот все идет вот как-то, не, даже, знаете, вот говорить трудно, да. Я ему тогда говорил, Витя, вот как проснешься только, вот глаза откроешь, придешь в себя и сразу молись. Говори, Господи, благослови вот детей моих, меня благослови. Дай благословение, чтобы вот у меня духовно все поправилось. Вы знаете, вот эта вот молитва вот больного человека, вот, вот это вот труд и болезнь, Господь дает возможность человеку пересмотреть все свое, знаете, вот хождение пред Богом. Потому что он знает, что он... Знаете, если не выздоровеет, то он предстанет пред Господом. А пред Господом надо предстать, знаете, действительно, есть возможность попросить прощения, да, есть возможность еще что-то, знаете, сделать. Действительно, вот я, допустим, у меня была когда-то тоже болезнь, я тоже мог бы там умереть, и тогда я пришел к Богу. Я поехал, знаете, вот, ни на глядя, ни на чего там, в 3 часа ночи, я пришел к Богу. Знаете, действительно, вот это вот, у него эта пора была. Бог ему дал. Он, знаете, все это пересмотрел. Он, я думаю, он помолился за вас. Вот эти молитвы, они будут ходатайственны за вас, всю жизнь будут вам помогать. Когда-то молилась за меня мама, за нас вот троих. Тут братишка мой сидит. Вот она молилась, и вот эти молитвы, они все время помогали. Они все время помогали, знаете, и спасали меня в таких обстоятельствах, когда казалось,
очень трудно было, да, знаете, и у него была вот эта, знаете, действительно часть, о которой написано, что самая лучшая пора, и вот эта болезнь, он приготовил себя. А мы ведь знаем, да, сколько вот людей, которые вот просто шел вот, или заснул, проснулся и не проснулся, да? Не было вот этой лучшей поры, не смог приготовиться. Вот мы сейчас живые, да? Вот как нас придет смерть к нам, да? Вот мы сможем приготовиться, будет ли у нас такая пора? Или порой, знаете, бывает раз, и вот у вашего папы и мужа это было все нормально. Я думаю, что сегодня вам тоже надо об этом знать, что он вас любил, вот вы сами свидетельствовали, да? Он, я думаю, что он туда зашел вот как, ну, ходатай, да, какой-то, потому что, я думаю, он болел и молился. И вот от Любы я вот буквально вот недавно, она говорит, он говорит, говорил, я уже, говорит, хочу, говорит, туда перейти. Апостол Павел тоже говорил, имея желание разрешиться и быть с Богом, потому что это несравненно лучше. Но так, говорит, как я вам здесь нужен, говорит, да, я, говорит, пребываю здесь с вами. Конечно, он бы желал бы, знаете, поддержать маму, там, знаете, вот супругу свою, подарить еще и не один букет цветов, обнять вас, дорогие дети, знаете, действительно это так. Ну, получилось, знаете, но Бог, он Бог живой. Я видел, как он утешает, казалось, знаете, безвыходная ситуация, горе. Человека ничем не успокоишь. И, знаете, я видел таких людей, когда Бог благословлял их. Благословит и вас, даст силы, потому что Бог есть Бог живой. Я буду краток. Пусть Господь благословит вас. Знаете, что вот был такой папа, как написано, взирая на наставников ваших, да, вот подражая вере их кончине, пусть Господь вас благословит. Сестра Светлана, пожалуйста, сейчас послужит пением. Друзья, вот я вижу ваши заплаканные лица. В вестибюле одной церкви плакал пастор. Ну, не часто увидишь плачущего пастора. Подошла пожилая сестра, спросила пастор, что случилось. Ну, он там сказал, что был какой-то неприятный разговор с кем-то. Ну и, как любой человек, он сдал слово ободрение. Она ему сказала, поплачь, пастор, хорошие проповеди у тебя потом будут, получаются. И поэтому Экклесиаст пишет, что при печали лица сердце делается лучше. Поэтому мы и плачем. И это нормально. И это нормально и правильно поплакать. Это нормально и правильно. Действительно, сердце, Бог в это время работает с нашим сердцем. Что-то изменяется. И совсем по-другому мы потом на другое, чужое уже горе человеческое смотрим. Пожалуйста, Светлана. Трудно расставаться с близкими, Любочка, все родственники. Но у нас есть великая надежда. Поистине мы счастливые в том, что Господь встретит нас. И там будет встреча. Об этом песня. Верю, мой Господь, этот день придет, всех своих ты к себе призовешь. Верю, что тогда среди них я обрету долгожданный покой. Верю, средь святых сердцу дорогих будут те, кто со мной на земле. В теле был одном, в церкви со Христом снова встречу друзей и родных. И тогда спасибо.
споем лучший свой псалом в вечном городе, в доме родном. Голос в небе чист, рядом Божия высь, о блаженство прибыть со Христом. Голос в небе чист, рядом Божия высь, о блаженство прибыть со Христом. Верю, мой Господь, этот день придет за чертой, что разделит землей. Встречу тем, с кем здесь разделила смерть, по кому я томилась душой. Вот тогда споем лучший свой псалом вместе с ангельским хором небес. Будешь рядом ты, царь моей мечты, я воскресну, ведь ты воскрес. Будешь рядом ты, царь моей мечты, я воскресну, ведь ты воскрес. Верю, мой Господь, этот день придет, всех своих ты к себе призовешь. Верю, что тогда я узрю тебя и навеки пребуду с тобой. И тогда споем лучший свой псалом вместе с ангельским хором небес. Будешь рядом ты, царь моей мечты, я воскресну, ведь ты воскрес. Будешь рядом ты, царь моей мечты, я воскресну, ведь ты воскрес. Слава Богу! С ней не страшно, ни гиена адская, ни гора высокая, ни горе. Здравствуй, вера, вера христианская! Ты нужна нам, как ничто другое. Не так ли, братья и сестры, особенно в такие моменты жизни? Не на каждых похоронах, может сказать свидетельство, как же правильно сказать, ну, говоря таким языком, работодатель или босс, или начальник, что-то сказать доброе о своем подчиненном. Но у Виктора сегодня будет такое свидетельство. Пожалуйста, брат Сергей. Всех приветствую. Немножко, конечно, тяжеловато находиться здесь. Третьи похороны меньше, чем за неделю. Хочу сказать, что Виктора я знаю с 1986 года. Его мама, тетя Лида Кузнецова, и моя мама, они были подругами. Он только отслужил. И вот моя мама, она говорит, пойдем сегодня к тете Лиде, у нее там сын, тебе надо с ним подружиться. Я говорю, мам, ну, там разбег в возрасте такой как-то. Ну, и я его тогда первый раз увидел. Ну, он служил в десантнике, выходит в такой тельняшке, накачанный. Я думаю, хороший друг будет.
Ну, и они говорят, ты давай его это, в собрание. Ну, а я сам только начал ходить в собрание под давлением моей матери, потому что, ну, ей сказать нет было очень тяжело. Это такой человек был. Ну, ладно. Ну, я не хочу сказать, что это моя заслуга. Я его так позвал, но мы с ним как-то не сдружились, потому что, я говорю, у нас был разбег. Но он пришел в собрание, и там он познакомился с Любой. И когда я служил в армии, у них была уже свадьба. Поэтому я его знаю давно. У них была большая библиотека такая. Мы с ним книжками обменивались в то время. Это... Жили они на Чернышевского, да, по-моему, Чернышевского, в Чимкенте. Дом пятиэтажный был, квартиру не помню, на каком этаже, но был там несколько раз. Ну и вот я был в Молдавии в июне месяце, и 17 числа он мне перезвонил. Но я понял, что раз звонит за границу, то, наверное, что-то серьезно говорит. Сергей, что-то поплохело мне так. У него груз стоял в понедельник забирать, он в субботу. Если можешь, поменяй. Я говорю, Виктор, ну, сложновато, конечно, будет. Ну, там быстренько пошел на компьютер, посмотрел, и попался ему этот груз. И он приехал во вторник. И вот еще находясь в Молдавии, я увидел вот эту GoFundMe page, которую поставила Таня, его дочка, что у него... Нашли такое заболевание. Ну, я не могу вас утешить. Вот. Я знаю, кто может. Потому что наша семья сейчас сама прошла через такое. Когда спрашиваешь много вопросов, почему, почему с ним? Почему не с кем-то, с другим? Ну, свидетельство мое о нем, как о христианине, о рабочем, очень хорошее. Я даже помню, иногда он приезжает в лес готовиться, и говорит, мне надо время, чтобы это. Я говорю, ну, что тебе там надо? Кинул сумку да поехал. И как вот его сын сказал, он щепетильный такой, у него там все, инструмент здесь. Это здесь, я говорю, он, короче, вот видел, или после армии, говорит, я должен быть готов к любым ситуациям на дороге, поэтому у меня свой инструмент, у меня, если там надо что-то подкрутить, поменять и все, у него все было так разложено очень хорошо и все такое, как бы, ну, как пионер, будь готов, к всему готов, знаете, такое, вот хорошее такое было, чтобы там... Какие-то проблемы делал, да, никогда такого не было. Работал хорошо, всегда вот так. Иногда слышу, как он там с женой разговаривал. Очень хорошо. Я хочу вам просто оставить пожелание место Писания в утешение. Да, и всем, наверное, нам в утешение, кто прошел за вот эту неделю через вот такие печальные события. Это 14 глава Откровения, с 13 стиха, один, 13 стих. «Услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Вот сегодня здесь нам всем грустно, но тут есть один блаженный человек, который вот здесь вот лежит, он блаженный. Свидетельство мы слышали, он был готов, ему хорошо. Вот нам не очень хорошо, а ему хорошо. Поэтому вот это утешение вам. Да благословит вас Бог. Мы еще споем, друзья, песнь возрождения номер 499 «Мой в небе край родной». И после этого брат Михаил скажет свидетельство.
Дорогие братья и сестры, вот общаясь с Виктором Кузнецовым долгое время, 18 лет, это была первая семья, в которую мы поехали, когда мы познакомились с Верой 18 лет назад. Вера меня пригласила к Любе, Свете. Вы знаете, это удивительная семья. Открытые, добродушные, гостеприимные. До сих пор я прям помню почти этот первый день, когда я к нему приехал. Вот вы видите его лицо на фотографии. Вот он вот такой всю жизнь был. Он был жизнерадостный, довольный, хоть ему даже было тяжело, но он всегда вот такой был. И в моей памяти он такой остается. И вы знаете, когда он заболел, мы были у него через день в больнице, а потом дома. И мы много времени с Витей общались, разговаривали. Я так видел его смирение. Он так сожалевал, что в жизни он был мало в собрании. Он мне говорит: «Миша, вот я сейчас наберусь сил, отвезите меня в собрание, хотя бы один раз, последний раз я побуду в церкви. Может быть, будет возможность поблагодарить братьев и сестер, которые за меня молились». Я ему говорю: «Виктор, ты даже не переживай, мы тебя привезем, микрофон тебе дадим. Только попробуй, наберись сил». Но приходило время, он говорит: «Нет, Миша, я не смогу». И вот вы знаете, сегодня его мечта сбылась. Он сегодня здесь, среди нас, в церкви. Не было у него возможности последний раз быть, то дал Бог он сегодня. Хотя его здесь нету, но мечта его сбылась. Он сегодня здесь, и я думаю, даст Бог, и завтра он здесь будет. Вы знаете, я рад в жизни, что вот этот человек, когда у меня в самой жизни была проблема, он один из первых позвонил и поддерживал меня. Я очень благодарен ему, благодарен Любе, благодарен за вашу заботу, которую вы в свое время нам делали, всем детям, с которыми мы так дружим хорошо, все ваши семьи. Пусть Бог благословит тебя, Люба, поддержит. Слава Богу. Аминь. Анатолий Ильич скажет слово, поделится свидетельством. Анатолий Ильич, и скажите, пожалуйста, а как... Какая вы родня брату Виктору? Да, ну скажу, конечно. Многие не знают, наверное. Вы знаете, я просто, прежде чем сказать, какая родня, я хотел бы вот сказать, что мы пришли пораньше. Я вообще-то... Так, Миша, помоги, что тут? Вообще люблю я приходить за полчаса раньше, когда начнется служение здесь в молитвенном доме, потому что вы, наверное, заметили, что была тишина. Вот уже было несколько тут человек, были, и Люба была, и дети были, и многие родственники были, но была такая тишина. И вот даже когда Люба выходила с Валерой, вот они стояли над телом Виктора, и они что-то говорили, но не было слышно абсолютно. И мне нравятся вот эти вот моменты, да, я даже не подошел и не выразил соболезнования, чтобы не нарушить эту тишину, вот, потому что это очень важно, дорогие друзья. Вот я, мне очень много по долгу службы, там, когда мы жили в Казахстане, там же не было вот такого вот funeral home, да, и мы обычно, когда человек умирает, мы приходили, диакона приходили, потом везли в морг, омывали и так далее, и гроб делали и так далее. И вот я вот сколько раз был, когда человек умирает, и вот интересно, суета, разговор, там дети бегают, может быть, водички, может быть, то что, в доме суета. Потом, как только человек сделал последнее дыхание, и тишина настала. Тишина. Поэтому сейчас вот Юрий Алексеевич, он к микрофону подошел, и тишина прекратилась. Поэтому я уже хочу сказать и Любе, и всей семье выразить соболезнование. Это действительно соболезнование. Вот. И когда вот несколько лет назад, я не помню, но мы-то общаемся с вашими родителями, да, и мы услышали, что у Любы была проблема, болезнь была, да. И тогда я больше переживал, что если вдруг останется Виктор.
Нам, мужчинам, это очень тяжело пережить. Вот. А сейчас я даже думаю, что это все правильно. Вот. Потому что Люба, она сейчас обретает статус, очень важный статус пред Богом. Хотя это бывает трудно принять сразу, но ты сегодня уже, не сегодня, вот 3 дня назад, имеешь статус вдовы. Это не каждая женщина переживает в своей жизни, но большинство. Вдовцов намного меньше бывает. Они раньше уходят в вечность. А вот вдова – это статус, который любит Бог, и Он будет окружать, и Он будет благословлять. И ты привыкнешь в этом статусе. Не знаю, сколько Бог даст нам жизни, но ты носи этот статус с честью. Ну, я хочу сказать, что, ну, как Юрий Алексеевич сказал, что о родстве, вот, ну, получается так, что мы с Раисой Филипповной, ну, двоюродный брат с сестрой. И много лет назад, я часто вспоминаю, ну, так как мы когда там были, мы как-то ближе были, общались и так далее, а потом до того наше родство разрослось. Как-то нам супруга Карен подарила фотографию моего родства всего, которые здесь вот родились, в Америке, и там было 70 человек. Вот. Ну, сегодня уже 80, да, прошло 2 года, внуки, правнуки рождаются, как грибы у нас, да. А у Павла Владимировича с Раисой Филипповной сколько у вас на фотографии сейчас родилось? Правнуков 54. 54, вообще всего сколько, не считали, да? Не считают даже. Поэтому нам трудно очень, трудно, да, вот сейчас общаться. Я даже своих внуков, ну, я, правда, всех знаю, имена знаю, ну, когда, вот, ну, уже взять ваше родство, я уже, моя жена вся по мне говорит, что вот это вот Сашина, вот это вот Володина, вот это вот Любина, вот это вот Верина, все, она мне говорит. Я вот такой человек, я не могу запоминать. Я только помню, вот сейчас Татьяна говорила, Таня, да, когда у моего Сергея была свадьба 10 лет назад примерно, и там мы голубей выпускали, помнишь, да? Она выпускала голубей, я что-то спросил, как ты живешь, как все. Она говорит, хорошо, у меня папа такой, но он очень долго кухню строит. Папа кухню очень долго строит, но он так все вылизывает. А ей хотелось бы, чтобы кухня уже была готова. Ну, действительно, это подтверждение тому, вот что. Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, что когда я смотрю, вот и моя жена говорит, это Сашина, это Вовина, это там, да. Вот я вспоминаю Раису Филипповну. Ну вот в старости я забываю, что было вчера, да. А вот то, что было 50 лет назад или 60 лет назад, я помню очень отлично. И мне как-то Раиса Филипповна, моя сестра, она говорит, мы с тобой, у нас даже гены такие. Вот даже мы когда готовимся, вот как картошка к высадке, у нас на лице даже одинаковые уже признаки, говорит. Вот понимаете, то есть... Я помню, когда мы жили в одной деревне, ну, она деревня большая была, вот, там вдоль речки мы жили, и я часто бывал у них, ну, ей было где-то 16 лет, мне было 8 лет, мы на 8 лет где-то, у нас разница, да, вот. И потом, когда они переехали в Чимкент, я помню, она сидела, там у нас была такая терраса, да, и я часто смотрю, когда на девочек, вспоминаю, что это вот точно Таня была такая вот, или там много похоже на нее. Она была такая худенькая, такая скромная. Потом приехал Павел Владимирович с армии, пришел, такой был, такой крепкий, молодой, симпатичный, очень подвижный такой. Да, они поженились, я был на свадьбе. И пришлось так, что я приехал, и целый год я жил у них дома. И в это время родилась Люба, ой, Ирина первая и Витя, да, вот я там их нянчил даже, вот, поэтому мы очень близкие, родные. Но я хочу сказать, что вот Павел Владимирович, да, он, ну, если вот Раиса Филипповна моя сестра, да, я, правда, стихи не пишу, но все равно она моя сестра. Но вот Павел Владимирович, она для меня была как сестра, а он был как брат. Вот мы, у нас с ним такие были тесные общения, он мне много помогал. Вот, и у нас даже там, ну, есть много, сейчас еще не перескажешь, да. Он, Павел Владимирович, очень немногословен. Вот сегодня говорили про Виктора, да, что он, ну, Валера сказал, что он так вот как-то со мной не говорил о том. Вот Павел Владимирович, он немногословный, но он, как он держит всю семью.
Вот эти вот, у вас, наверное, уже 100 человек, да, я просто поражаюсь. Я бы, конечно, ну, мы-то по телефону, мы с ними общаемся, говорим, да. У него распорядок, он посещает семьи, там, да, все семьи, внуков посещает, да. Вот он держит семью. Поэтому я хотел бы, Люба, сказать тебе, что ты хоть вдова, да, но у тебя такой тыл хороший. Ну, знаю твоих братьев, сестер, да, ты не пропадешь. Вот твоих сыновей, и даже не переживай. И все это пройдет быстро. Вот мы совсем недавно, как я говорил, с Раисой Филипповной, были вот совсем такие молодые, а вот сейчас мы уже старики. Так все пройдет быстро. Поэтому пусть Господь благословит вас. Я хотел бы прочитать просто место Священного Писания, вот, как, которое записано, послание к римлянам, 8 глава, ну, 16 стиха. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи». Вот вроде написано, но сколько, какой смысл, какое утешение здесь. Мы – дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Апостол Павел говорит, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Вот это утешение. Жизнь настолько быстро пролетает, недели пролетают, месяца, годы пролетают, мы ближимся к концу. Это все быстро пройдет, там будет встреча. И вот эти страдания, которые мы переносим, да, вот они очень быстро пройдут. Они несравненно лучше, вернее, что мы ожидают нас на небесах. Я тоже, мы с супругой пришли как-то к Виктору, я позвонил Любе и говорю, мы можем прийти сейчас, как у него там? А слышу, он по телефону кричит, скажи им, чтобы пищу не несли, еду, чтобы не несли. Ну, видать, у него, он до того был, аппетита не было в то время, да, и вот такое вот. Вот, ну, мы когда пришли к нему, и я понял так, что он полностью готов к переходу. Хотя это еще было месяц, больше месяца назад, да, когда мы посетили его. Ну, я даже, может быть, сказал, что говорил, Виктор, ну ты постарайся, все-таки были такие случаи, исцеления были, все. Он говорит, нет, я, по-моему, уже готов, и мне туда лучше. И мы очень долго беседовали, там больше часа беседовали, да. Он о многом сожалел. У него было время проверить свой жизненный путь. И он полностью готов, мы можем с уверенностью сказать, что он уже у Господа. Я хотел бы только обратиться к детям, чтобы подражали твоему отцу. Он не был многословен, вот, но он был искренний, ваш отец. И там, и вы только вот сейчас вот цените, да, вот я понимаю, что пусть Господь благословит вас, чтобы вы не забывали и маму. У вас мама тоже жемчуг. Вы понимаете, она за вас душу положит. Пусть вас Господь благословит и утешит. Аминь. Всем известно людям, как прекрасна жизнь, но еще прекрасней, когда знаешь смысл. Как Творца Вселенной сердцем обретешь, жизнью полноценной, лишь тогда живешь. Уважаемые живые, кто еще вынужден здесь остаться? Наши друзья, они уходят. Знаете, есть выражение, уходя, выключите свет, да? Экономьте, выключайте. Но я хочу вам сегодня сказать, уходя, оставьте свет. Оставьте. Вот этот свет, о котором мы слышим, свет добрых дел, свет жизни прожитой, не даром. Друзья, уважаемые живые, коротенькое напоминание, зачем мы здесь. 4 текста из Священного Писания, которые говорят, зачем мы пришли в этот мир, на эту землю. Первый текст, Исаия 43:7, написано, что Бог сотворил нас для славы своей, чтобы мы жили для Его славы. И умирали тоже для Его славы. Второй текст, Ефесянам 2:10, написано, что во Христе Иисусе Бог создал нас на добрые дела, на добрые, друзья, на добрые слова, на добрые дела, поступки, на добрую жизнь, благословенную. Римлянам 8 глава 9 стих написано, что кого Бог предопределил, точнее, кого предузнал,
того и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот наша цель, друзья, здесь, на земле, пока живем, преображаться в образ Божий, в образ Иисуса Христа. Ну и четвертый текст, 2 Коринфянам, 5 глава, которая начинается со слов, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, то мы имеем на небесах дом, нерукотворенный, вечный. И пятый стих говорит, что на это самое и сотворил нас Бог и дал нам залог Духа. На это самое. А на что это самое? Для вечности, друзья. Для вечности мы созданы. Давайте об этом не забывать и сильно за эту жизнь не держаться и не цепляться, потому что мы созданы для вечности. И сейчас мы с вами все вместе споем последнюю нашу общую песню, всем нам напоминание, что мой дом на небе за облаками.
родные, мы привязаны к времени, и мы понимаем, что есть начало, есть конец, и наше общение должно подойти, сейчас будет к концу уже. Мы с Виктором ближе, вот с Любой познакомились уже после 26 июля, когда она позвонила и сказала, что у Виктора болезнь. И тогда мы уже больше как более близко познали, вот, познакомились друг с другом. Как мне приятно было видеть его радость, когда он радовался и рассказывал Валере про тебя, когда он говорит, сын ко мне приезжал. Он со слезами говорит, оказывается, как он меня любит. И он об этом рассказывал. Потом эти моменты, когда они для него незабываемы, когда этот день теплый был, и ты смог его на улицу выкатить, и вместе с ним находился. Потом буквально уже там на следующий день ему хуже стало намного. И он говорит, Бог мне подарил эту встречу и с сыном, и вот с супругой, и быть на солнышке. Он это все замечал. Он видел, как вот внимание детей, родных, близких, удивлялся, сколько много у него, оказывается, родных здесь в церкви, когда вот тяжело стало, и, оказывается, столько каждый хотел вот чем-то вот поделиться. Он это все помнит. Приятно было осознавать вот в общениях с ним, что он уже готовился к вечности. Ну, еще вот даже, может, за погодя, то есть уже, когда и в больнице находился, и дома, он уже задавал такие вопросы. Андрей, расскажи, а как будет на небе? Чем мы там будем заниматься? Он уже стремился туда, он настраивался туда. И приятно было с ним общаться. И уже вот во вторник, когда Люба позвонила, говорит, уже чувствую, что скоро, наверное, он уйдет. 5 дней он не кушает уже. И Бог позволил еще вот пообщаться с ним. И Люба говорит, он меня слышит, он понимает. Он на нее таким взглядом посмотрел. Я говорю, Люба, у него взгляд влюбленного. Он уже не мог сказать словами, но вот хотел с глазами передать все свои эмоции. И потом уже, да, как бы мы понимали, что должно будет наступить это время, когда он должен будет уйти в вечность. И приятно осознавать, что куда мы идем. Мы уже здесь, оставшиеся на земле, мы понимаем, что он нас там ждать будет. Здесь мы уже, у каждого отмерен свой срок, когда мы должны будем туда прийти. Но нам приятно осознавать, что чем больше туда уходит, тем больше наших родных и знакомых, которые нас там ждут. И наша встреча будет с ним. Мне хотелось прочитать стих из Священного Писания. Это Псалом 115, 6 стих. «Дорога в очах Господних смерть святых Его». Хотелось вот дать это утешение. Господь все видит. Он слышит каждую молитву вашу. Каждая слеза пролитая. Оно все идет пред лицо Господа. Сказано было, что у жертвенника были чаши с фимиамом, суть молитвы святых. Когда мы молимся, когда мы взываем, оно все приходит пред лицо Божие. И мы со временем все туда придем, в этом вечности будем. Здесь, на земле, вот идя, мы проходим через трудности. Да, Виктору тяжело было. И видно было, какие ему мучения приходилось проходить. Но в то же время, когда оно проходило, чуть успокаивался, он опять размышлял о Боге. И уже сколько времени он всегда говорил, «Господи, когда ты меня заберешь? Я хочу к тебе». И он уже просил об этой встрече с ним. Поэтому нам приятно осознавать, что он там. Нам приятно осознавать, что он уже утешился у Господа и ждет нас там, и дела идут вслед за нами. Поэтому это для нас утешение. Это для нас утешение, когда мы знаем, куда идем. Для наших родных и близких, я думаю, и он переживает, и за детей, и за младших, и я думаю, что за родных. Мы всегда переживаем за тех, когда мы понимаем, а встретимся мы там или нет. Поэтому я думаю, что понимать, что родной человек уже там, и он ждет, и чтобы мы жили так здесь на земле, чтобы у нас это была уверенность в этой встрече небесной. А Господь, Он наш утешитель. Он наш утешитель.
И через Слово Божие, через молитву, когда, может быть, никто другой нас понимать не будет, Он будет приходить и давать утешение. Он будет помогать проходить через трудности в нашей жизни. И мне хотелось вот на этих словах закончить наше общение и встать и попросить благословения. Да, я еще сделаю сейчас объявление. Завтра у нас будет служение, уже похоронное. Завтра в 10 часов утра. Потом мы поедем на кладбище в Аговом. Там уже должны будем предать тело земле. И после того можно будет вернуться сюда в церковь. Мы приглашаем всех, чтобы уже за столом, может быть, вот еще где-то поделиться какими-то воспоминаниями и утешить друг друга. Давайте встанем и совершим молитву. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты у нас есть. Ты нам дал познать имя Твое Святое. Мы благодарны Тебе за то, что мы к Тебе идем. Ты наше утешение. Ты лучше нас знаешь, вот, о чем мы думаем, о чем мы переживаем. И можешь дать вот, и покой, и утешение, и уверенность в наших встречах в вечности. Мы просим, Господь, благослови, утешь семью вот, Виктора, супругу, деток, родных и близких, чтобы, вот, когда нам тяжело, мы чувствовали руку Твою вот, на нас. Господь, мы также просим Тебе, пошли братьев и сестер, которые могли бы вот, иметь доброе слово, поддержать в нужный момент. И чтобы мы понимали, что много детей Твоих здесь на земле, которые имеют любовь Твою и могут помогать друг другу. Мы просим Тебя, Господь, благослови нас вот, и в окончании нашего общения, и в домах наших, где будем находиться, и среди нашего горя, среди нашей печали, будь нам опорой и утешением. Благодарны Тебе за то, что Ты Бог наш. Аминь. Я думаю, что сейчас родные смогут подойти и, вот, и пообщаться.